Привет, бандиты! Здорово, бандиты! Ну чё, купаемся? Купаемся в лужах? Да, у нас здесь дождик сегодня был. Все купаются в лужах. Да, воды налило. Пойдемте. Пойдемте баюшки-баю делать. Да, у нас ролик сегодня начинается с баюшки-баю. А ну-ка, водоплавающие мои, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ой, у вас тут доски плавают. Все поплыло. Да, у нас тут, видите, залежи снега, и они все у нас потекли. Не хотите спать, что ли? Хотите гулять? Хотите гулять, гуленые? Пойдемте спать лучше. Ну, не знаю, не хотят. Жученька лежит такая под снежком, ее заметает, да. Ну, ничего. Весна должна прийти, куда она денется-то? Жученька. Приветик. Приветик. Приветик, мой хорошенький. Ну, да. О, молодец, иди грей. Иди грей дорожки. Да. Иди грей дорожки. А то вон снегу сколько навалило. Да. Да, мой хорошенький. Так, куда ты по делам пошел? И куда ж ты по делам пошел, деловой мой? Ох, жучка, жучка. Так, а где коты наши? Где коты-каркоты? Вот она, один. А где второй? А где рыжок? А где рыжок у нас? А рыжка нету. Кош-мыш один тут. Один деловой такой, да? Кош-мыш, ну ты чё? Кошка-мышка у нас инспекцию с утра проводит, так, ходит, все там смотрит, что как, да. Кисулька, сейчас Анжелка выйдет, тебя выгонит, пиндальками. Очень ей нравится дома, да? Как ты мурчишь? Ты мой козлик, ты мой козлик. Козлик-топотун. Ты мой топотун, козлик-топотун. Да, мы уж думали, мы перезимовали, а тут вон оно чё. Вон оно чё навалилось-то на нас. Снегопад. Снегопадик, да. Ты видишь, как подходишь к нашему ламинату? Прям очень хорошо подходишь. Да, мы тебя под ламинат взяли, как будто. Как будто под ламинат взяли. Рыжий вот к тому будет подходить ламинату. А ты к этому. Да. Ой, тебя нельзя чесать. От тебя волос сейчас налетит. Анжелка будет пхакать. О, это пылесос. Это пылесос сейчас поедет. Смотри. Смотри. Это что это такое? Это что это такое? Это пылесос поехал? Сейчас он приедет, кое-кому жопку-то надерет. Да. Сейчас, сейчас. Сейчас. Вон Анжелка спустился уже. Сейчас и пылесос следом за ней. Сейчас следом за ней пылесос пойдет. Ну чё, не страшен тебе пылесосик? Не страшен? Ну молодец, ты бесстрашный кошмыш. Да, очень бесстрашный, очень. Да, вот такой контраст у нас, вот такой контраст с утра. Жучка, вот такой контраст. Пойдем гусей открывать, они такие, это что? Это что, опять зима, что ли? Не открывайте нас. Не открывайте нас до весны. Да, пока весна не придет, нас не открывать. Да, мои хорошенькие. Нет, любуйтесь. Вот она, зимушка, зима. Вылазьте и выходьте. Лискович, ты тоже выходь. Все вылезайте. Да, встречайте зиму. Встречайте зиму, давайте. Как вы любите. Да.
Вот Ульрик все Лиску гоняет. Все Лиску они гоняют. Давай, выходи. Выходи. Ну, давайте, зима, да, ничего не поделаешь. Зима, вылазьте. Так. О, зима. Опять зима. Вот это да. Вот это здоровски. Да, зима. Сейчас Лиску выгоним. Лиска, иди. Иди вон. Иди вон. Ты что, капусту не доел? Вы что, приперлись? Все? Не хотите больше? Не хотите? Не хотите зимовать больше? Понимаю. Понимаю вас. Ничего не сделаешь. Лиска будет один гулять, да? Лиска будет один гулять по Голливуду. У нас хороший Лиска какой. Зима началась, Лиска. Вот так, да. Никто не хотел, но она началась. Ничего не поделать. Ничего не поделать. Мы хорошенькие. Лиска, мы хорошенькие. Ничего не поделать. Ну ты давай, топчун. Так, у нас всю ночь грохотала теплица. Представляете? Вот что-то случилось, что перестала она вот тут вот закрываться. Ну, то есть, вот она еле-еле держит. Да, все, друзья твои, видишь, не хотят даже никуда выходить. Ну, не хотите, не выходите. Не хотите, не выходите. Да, жучка вон на Альпы свои забралась. Лиска, ну ты чё? Ну ты чё? Ох, ветер какой еще, да, ветер задувает. Ого-го. Да, Ульрих с совкой Лискину капусту доедают, а Лиска на меня хочет залезть. Всё. Лиска все на меня хочет залезть. Лиска, скоро тебе двух уточек привезем, мой хорошенький. Да, привезем скоро тебе двух уточек. Смотрите. На меня хочет залезть. Да, не пупыкай. Да, скоро у тебя будут еще две уточки. Твои собственные, да. Они пусть сами по себе, а у тебя будут собственные уточки, да. Вон Лиска что утворяет, мой хорошенький, Лиска, мой хорошенький. Ничего ей не нужно, ни кушать не надо, ни водицы пить. Вот, она хочет лазать по мне, да. Ты любишь по всем лазать, ну... Ну чё, Лиска, мой хорошенький, хорошенький, Лиска, куда? Куда, смотри, куда ты хочешь забраться? Ну куда? Ты сейчас все рассыпешь тут у нас. Давай, в стороночку чуть-чуть. Ты ж все рассыпешь, мой хорошенький. Да, все рассыпешь, мой хорошенький. Да, очень ласковый, Лиска, очень ласковый. Куда ты хочешь заскарабкаться на меня? Дурак ты, Лискович. Ай, больно. Ты давай прищипываешь, что ты заигрываешься? Заигрываешься, да, мой хорошенький. Не надо, не надо. Все, я тоже этого терпеть не буду. Вот заведешь себе уточек и будешь с ними что хочешь делать. О, смотрите, видали. Ты как пес, я знаю таких псов тоже, которые к ногам пристают. Да, Лиска, все, извини. Корму насыпали, водичку у вас в тепличке. Зима, все. Зима, друзья мои. Крестьянин торжествует. Лиска, давай, летай. Иди, лети куда-нибудь. В хорошие места. А жучке все равно. Да, жучка, тебе даже очень хорошо. Чем грязюка такая, лучше на снежку полежать. Да, сейчас минус 2, должно быть минус 8. Да, все у нас засыпало. Хоть опять лопаты расчехляй. Мы ж думали весна. Все. А нет. Весна отменилась. Весна у нас отменилась, к сожалению. Рыжего нет. Рыжий гуленок где-то гуляет. Гуленок гуляет, шлындает где-то. Тут кош-мышь. Один за главного. Ты один за главного у нас. Да. Ты один за самого главного. Да что ж такое? Это где такой хорошенький у нас? Рассадка моя смотрит вот на это все. Вот на это все. И думает, о, когда же нас высаживать будут? Когда же нас будут высаживать? Вы видали, что творится у нас? Вот такая пурга. Да.
А рассадка у нас уже вот такая вот. Вот. И в другой комнате еще такой же подносик. Вот такая вот у нас рассадка. Тянется, конечно, но видно, света маловато. И тонковато еще. Нужно будет ее подкормить сейчас на днях. Так, а где Рыжко? Рыжко вроде подмерз, прибежал уже. Где Рыжко-то? Спит, наверное, не вылезает. Рыжко приперся. Да, могу сказать, что Рыжко приперся. Рыженький, вылазь. Вылазь. Не хочет. Рыжий очень ленивый. Да, Рыжий очень ленивый. Сейчас тебя будем кормить. А Рыжего тоже будем кормить. Так. И где Рыжий? Отсутствует. Рыжий-то отсутствует. Мы его ищем, ищем, а он отсутствует. А я вас кормить собрался. Ну, Рыжий, не успел прийти, уже кот оделся. Ну, пойдем гусям пока насыпем. Сейчас покыскаем Рыжего. Так, птеродактили опять у дяди Миши пасутся. Вон они. Вон. Идите капусту есть. Так, вы что за мной выперлись? Я ж гусям сейчас принес. О, капусту рассыпал. Жуть, подъедай капусту. Кошмыш весь грязный. Где-то извалялся, или кто-то его извалял. Так, капусту будем есть? Ну что, гуляки, гуляем. Гуляем, осваиваем территорию. Молодцы, молодцы. Лиску гоняете все. Все лиску гоняете, бедненькую мою хорошенькую. Идите капусту ешьте. Идите, насыпал капусту. Рыженький, кс-кс-кс. Рыжулька, кс-кс-кс-кс. Вы что прискакали? Вы что, рыженький? Вы что, рыженький, бесстыженький? М? Идите капусту ешьте. Кошмыш. Ну, все прискакали сюда. Все к нам прискакали. Так, вот она, видите, у нас теплица опять открывается. Не знаю, надо на веревочку, наверное, ее завязать. Кушайте капустку. Кушайте, кушайте. Кушайте капустку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Лиска, ты сейчас еще выбежишь. Да. Кушайте капустку. Да, Лиска, кушай капустку. Вот я тебе сюда положил. Им туда, если они тебя гоняют. Так, вот у нас тут в теплице, видите, что? Но самое главное, сюда залетел воробей. Видали? О! Я думал, сейчас будет целая операция, а он через меня вылетел. Молодец, шустренький. Молодец, воробушек шустренький. Ох, ветер какой у нас. Ох, какой ветер. Да, жуч-ветер. Ого-гошеньки какой. Сейчас мы теплицу закроем. Вас накормим и в дом. Так, жучок сейчас будет кушать. И сейчас будет кушать еще у нас кто-то. Да, кошмыш будет кушать. А рыжий будет голодный, пока я не выйду вечером. Да, закрывать гусей. Вот так вот. Видишь, какой ветер, кисулька? Видишь, какой ветер? Кошмыш проголодался очень, да. Очень проголодался кошмыш. Молодец. Кушай. Кушай немножечко. Да. Ну все. Рыжего в этом видео не было. В следующем покажем. Давайте. Увидимся в будущем. Пока. Кошмыш говорит пока вам. Дайте пожрать немножечко. Очень голодненький.